Магнитогорск не забыл. У монумента Тыл-фронту прошел митинг в память о погибших воинах-интернационалистах. Среди участников – ветераны боевых действий, родственники павших солдат и подрастающие поколения. Люди принесли портреты земляков, сложивших голову на полях сражений за пределами Отечества. Как однополчане по Тюмани. Память о них. Любого мог бы взять, конечно. Они все, вот сколько у нас погибших в Магнитогорске. Все однополчане по всей России, конечно. Ну как колонны, конечно, уже, как говорится, ехали домой уже, там и прижали, как бы, духи с гор. Многие погибли там. Ну, как обычно, они первые хвостовые машины сбивают. С одной стороны учили, с другой горы. 29 лет назад последняя колонна советских войск вышла из Афганистана. Десятилетняя война унесла жизни 15 тысяч человек. Среди них были и магнитогорцы, солдат, павших не только в Афгане, но и в Чечне, Сирии, на Донбассе, почтили минуты молчания. К вечному огню возложили цветы и венки.